Всем лайн, на канале Artline, и в этом видео я хочу показать топ 5 худших оружий в Chicken Gun. Но перед этим не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, ну а мы погнали! И я хочу сделать топ 5 лучших оружий в Chicken Gun, напишите в комментарии, какие вы считаете оружие туда добавить. Не воспринимайте этот топ всерьез, так как это мое мнение. На 5-м месте у нас вот такая вот ракетная установка типа РПГ с прицелом. Я считаю это оружие худшим, потому что, например, вон там Chicken, я стреляю... И ему надо 3-4 секунды, чтобы долететь. Чикен уже с того места давным-давно уйдет. Ну и стоит она 290 монет. На 4-м месте вот такой вот огнемет за 140 монет. Я считаю этот огнемет плохим, потому что у него урон 84 и стоит он 140 монет. А вот этот огнемет, который нам добавили в обновлении, стоит 200 монет и у него урон уже 91. Так что я рекомендую покупать вот этот огнемет. Ну а на 3-м месте вот такой вот лук. Стоит он 80 монет и, как по мне, с него не очень удобно стрелять. Вот если на арбалете ты зажал кнопку стрельбы, и он стреляет, а на луке тебе надо постоянно нажимать. Как по мне, это не очень удобно. Ну и урон у него не очень большой, а точность вообще 30. Ну а на 2-м месте вот такая вот автоматическая винтовка с прицелом. Стоит она 275 монет. Мне эта винтовка никогда не нравилась, потому что у нее маленький урон, и она вот так вот стреляет медленно. Да, можно, конечно, и вот так вот стрелять. Ну, стоимость 275 монет, я думаю, для него очень большая. Ну и зачем покупать эту винтовку, если можно купить вот такую за 165? Урон и точность у них полностью одинаковые, и на нее еще можно купить скин. Ну а на 1-м месте бесполезных оружий в Chicken Gun у нас вот такой вот миниган за 1200 монет. Да, и, кстати, с обновления 3.0 до сих пор на него не добавили урон и точность. Ну, точность, я думаю, правильно написано, точность 0. Ну, точности не надо, потому что я сейчас расскажу. Просто посмотрите, какой у него разброс. В цель попала максимум одна пуля. Ну и скорострельность у него так себе. Тот же вот такой вот миниган за 250 монет, посмотрите, какой у него разброс. У него намного меньше разброс. Платить за этот миниган 1200 монет, но это очень дорого. Я думаю, он стоит всего монет 100. Ну вот таких вот топ 5 худших оружий я вам показал. Опять же, это мое мнение. Напишите в комментариях, какие вы считаете плохие оружия в Chicken Gun, может, я сделаю вторую часть. Ну а на этом все, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки.